Искусство хлебопечения известно человечеству уже не одну сотню лет, как, впрочем, и традиция приготовления пасхальных куличей. Да, 21 век внес свои коррективы в рецептуру и способ приготовления настоящих душистых пирогов и рулетов. Многие процессы теперь стали механизированными, но неизменным остается главное. Если кулинар любит свое дело, то все у него получается вкусным и ароматным. Именно последним кондитерский цех предприятия «Интурист» славится уже не один год. Специалистам удалось разработать такую рецептуру, которой нет ни в одном цеху города. В составе исключительно натуральные продукты, каждый из которых дополняет друг друга. Главными ингредиентами этого теста являются мука, дрожжи, соль, маргарин, яйца, молоко. И вот именно из этих ингредиентов, только натуральные, никаких добавлений, ничего нет. Ванилин, конечно же, для вкуса. Вот, больше ничего не добавляется. И вот вы видите на столе тесто. Это вот это. Если попросить любую хозяйку назвать традиционное пасхальное блюдо символы, то обычно можно услышать два наименования – кулич и творожная пасха. В предпраздничном меню кондитеров «Интуриста» их порядка 10. Свежие, ароматные, с различными начинками, практически через считанные часы после выпечки, эти кулинарные решения попадают на прилавки магазинов города. Работа в цеху в эти дни идет практически круглые сутки. И как итог, в среднем небольшой отдел из 5 кондитеров выпускает в свет более 500 килограммов продукции. На самом деле сегодня много теста и много продукции, потому что все люди закупаются на праздник. Это всемирный праздник, большой праздник. Все люди, наверное, празднуют этот. Наблюдая за тем, с какой любовью кондитеры замешивают тесто, моделируют узоры, наносят росписи и украшения, понимаешь, почему продукция кондитерского цеха «Интуриста» известна не только в городе над Бугом. Когда каждое изделие прошло через руки профессионала, не просто увлеченного своим ремеслом, а человека творческого, ищущего, тогда и вкус у него особый. Тогда и обычный пирог на столе может заиграть и удивить не меньше, чем большой праздничный торт. Хотя и это из рук местных кондитеров выходит с грифом «отлично». А когда такой кулич будет стоять во главе большого пасхального стола, тогда и дом наполнится ароматами вкуснейшей выпечки. Тогда и в этом кругу праздник почувствуется по-настоящему.